Всем доброго времени суток, друзья, единомышленники. Не побоюсь этого слова, потому как если вы уже на этом канале, значит вы в поиске, ищете, интересуетесь, на пути к осознанности, к просветлению. Поэтому рад всех приветствовать и хотелось бы поделиться с вами своими мыслями по поводу обучения в школе Арго ВИП-2. Я выпускник этой школы третьего потока. Значит, что могу сказать? Если вы чувствуете, что что-то не так в этом мире, что вы хотите большего, ваша душа ищет просветление, развитие, вы сами понимаете, что-то не так, что мир не так однобок, что он гораздо более многогранен, чем мы привыкли это воспринимать и видим, как с детства нас учат этому, то вам сюда, в эту школу. Давно искал и по ним начал понимать, что мир не так, как мы привыкли его себе представлять. Он гораздо более многогранен. И сколько его не изучай, его никогда не познаешь полностью. Искал много информации, получал, как бы хотел понять. Но все-таки волей высших сил меня привели на этот канал к Владу Вере, за что я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал в этом. И вот с тех пор я начал слушать сеансы, почистили меня, записался на обучение, слава Богу, меня приняли, закончили мы обучение. И вот сейчас, как бы после, не могу сказать, что легкое обучение, поначалу было как бы тяжеловато, а потом вошли в ритм и пошло само по накатанной. Есть теория, но больше практики. Значит, работа над собой не прекращалась. И теперь, после получения этих уникальных знаний, они не будут прекращаться. Получив такую информацию, обратно дороги уже как бы нет. И об этом хотел бы всех предупредить, кто захочет обучаться. Что, получив такую информацию, вы уже никогда прежними не будете. Вы будете воспринимать мир совсем по-другому. Значит, что по поводу обучения? Обучение как бы недолгое, но темп, вам придется уделить немало времени на это. Темп ускоренный, информации много, много, много практики. Эти знания защищены самими архангелами и защищены, и курируются. Они как выступают и как наши защитники, помощники, всегда можно обратиться. Чем отличается этот канал Влада и Веры? Тем, что он не только информативный, каких много очень на Ютубе, но он позволяет, основная его задача – это помощь людям. То есть не только доносить информацию, что там было, есть, а именно помогать людям, освобождать их от сущностей, интерферентов, которые присутствуют в каждом из нас, что мы ощущаем на физическом плане, но мы не понимаем, откуда все эти болезни – и все эти вот невзгоды, наши реакции. Основная причина – это то, что в нас сидят все эти интерференты, и мы, соответственно, действуем не так, как хотелось бы, не так, как мы для чего пришли в этот мир. Как я сказал, эта школа Арго ВИП-2 дает уникальные знания, где вы можете как освобождать людей от сущностей, начиная с себя и своих родных, так и окружающих людей. Потом можно также лечить на астральном плане тонкие тела, ведь все наши болезни земные идут оттуда, начинаются. Можно общаться со своим высшим я и куратором, получать непосредственную информацию о себе, о людях, которые хотят узнать что-то о себе, прошлой жизни. По мере поступления опыта, получения опыта, вы начинаете получать больше доступ, больше разрешения, и тем выше и выше поднимается ваш опыт, знания, осознанность. Этот процесс никогда не остановится. Все зависеть будет от вас. Знания школы Арго уникальны, защищены, как я сказал. Вы можете также, помимо лечения, ставить защиту на себя и на своих родных, что немаловажно. Научившись делать это, вы можете потом начать помогать людям, окружающим вас,
И самая большая, как вот награда за это благодарность тех людей, которым вы помогли или поможете. Это неописуемое ощущение, чувство, потому что мир начинает после обучения, мир начинает восприниматься на другом уровне, на уровне энергии. На это не передать словами, это надо попробовать. Если вы понимаете, что это для вас не просто праздный интерес, как вот хочу научиться посмотреть и все, тогда вам сюда дорога. Попробуйте. Очень интересно, очень необычно. Словами это я не знаю, как словами можно описать. Вы можете общаться с кем угодно, делать лечение. То есть это такой мир. Можете прошлой жизни, опять же, посмотреть свои, по просьбе своих родственников их. Можете узнать, откуда у вас идут все эти беды и невзгоды. Может быть, с прошлой жизни тянется. Возможно, все, нет предела совершенству, все зависит от вас. Но единственное, что начав и получив эти знания, вы не сможете остановиться. Вы должны будете постоянно над собой работать. Этот процесс, он бесконечен по улучшению, по развитию. И вам, вы сами не захотите. Получив это, вы будете просто... Ваш мир перевернется. Вы увидите наш мир, насколько он все-таки многогранен. Не однобок, как мы это видим с детства, как нам это учат, обучают нас. Очень благодарен высшим силам, что привели меня на этот канал. Очень благодарен Владу и Вере за терпение, за полученную информацию, за то, что научили, донесли. Не все так просто доносится, не до всех, не до каждого. Благодарен за их терпение. Они всегда на связи, мы всегда можем спросить, уточнить. То есть поддержка чувствуется всегда, как на духовном, так и в плане, так и от учителей земных. И каждое погружение, оно несет что-то новое, то новые информации, то новые сущности. Оно уникально, каждое погружение не похоже само на себя. Каждый раз что-то новое, очень интересно. Поэтому те, кто понимает, что что-то не так, что восприятие наше не так, как должно быть, как нам кажется, приходите, попробуйте, обучитесь и начнете с себя, своих родных, там возможно и помогать людям. Вы увидите, насколько это приятно, насколько ваша жизнь изменится, мировоззрение. И будет просто, земными словами, небо и земля. Вы почувствуете разницу. Еще раз огромная благодарность всем. Если вы смотрите этот видеоролик, значит вы на пути к осознанности или, возможно, уже осознанны. Приглашаю всех пройти обучение, попробовать. Уверен, вам понравится. Всего доброго, благодарю за внимание и удачи всем.